Me olemme Nevelskajan kylässä, joka sijaitsee aika lähellä itse Donetskin kaupunkia. 750 metrin päässä tästä tuonne päin ovat vihollisten joukot. Ja viime yönä kello 1 aamuyöstä he avasivat tulen tähän kylään. Ja tässä kylässä on monia taloja tuhoutunut ja vaurioitunut. Eli kuten te näette, niin täyttä tuhoa se on tehnyt. Tänne on ammuttu kuulemma noin 30 granaattia, tarkoittaa siis tämmöistä lentävää pommia tässä tapauksessa. Ovat osuneet tähän kylään ja me olemme keskustelleet niiden kanssa, jotka suuren ihmeen kautta ovat jääneet eloon. Ну, судя по разрушениям, это пролетели 120-е мины, запрещенные минскими соглашениями, и стреляли по жилым домам, где живут люди. Это вообще, как бы сказать, преступление, военное преступление, за которых надо судить этих бандитов. Мы проснулись тишина от того, что гепает по нас. Ночи, и куда выбегать, телефон. Если у нас первым делом вот тут завалился коридор, мы ткнулись из зала, вот мы в этой спальне спали, из зала аж к выходу, а там уже обрушатся плиты, некуда выбегать. Так. Мой выглянул сюда в окно, а я в ночной, у меня хоть тапки были на ногах, а у меня ничего. Он говорит, прыгать страшно, под ногами стекла и темень. Порежем ноги. И что, я выскочила сюда, в тот зал. Куда идти? Так. Не пойму, темно, все, а ну, с перелякуш и сонно, и тот. Ну, правда, кое-как нашла двери, на двір вийшла ж там на крыльцо. А гора лежить, уже все завалилося, воно ж як бахнуло, як посипалося все. Оце ж у нас був ось коридор. Ось становишся, приступок, і ось починався коридор. І кладовка тут була. Це ж ось заходиш, ось вузенька прихожа, он котельня, це кухня. Це ось кухня була, це була ванна. Сюди заходиш, хата. Ну все, ванна, все це воно ось під прахом, все. В час, перший снаряд где-то лег, ми стали в прихожці. Маленькому ребенку полтора годика. Невестка схватила его и туда. Муж еще с внуком лежали в спальне. Прилетел первый снаряд на сарай. Вот, повредило. Разбило окно, часть машины. Второй снаряд. Такое зарево было, что, наверное, люди ада не побоятся после этого. Тут такая гарь стояла, что внук рвал всю ночь. До утра он рвал, и понос был. Ну, 120-е мины по ошибке невозможно попасть. Это целенаправленно стреляли. Tilanne on ollut tietysti sydäntä riipaisevaa katsoa ja kuunnella. Viime yönä näin tapahtui tässä kylässä. За то, что вы живые. Я говорю, что расплакалась, дочка, прости дурную маму. У меня нет мозгов вообще.